У меня звука не было. Ну, давай, вот сейчас, возможно, о, появится звук. Сейчас есть, да. Ребят, напишите, звук сейчас появился. Пишут все, что звука нету. Я думаю, мы увидим... Подожди секундочку, да, чтобы время есть. Прошло. Есть, все появилось. Да, отлично. Короче, на чем остановились? На волосах. Ты обстригла волосы. А, ну короче, суть в чем, что у меня были волосы достаточно длинные. Но я потом, но я плюс к своей длине наращивала еще. Ну вот когда вот у меня самая такая была большая длина, я наращивала. Вот. И наращивала примерно сантиметров на 10 больше, чем свои. Ну, в принципе, когда снимаешь на нарощенные ресницы, господи, волосы. Ну, отрезали мне там, господи, уже, знаешь, ну, блин, солому отрезали. Что там сохранить? Нечего было. А волосы нарощенные у меня лежат в коробочке, потому что их еще можно будет нарастить. Это те, что новогодние? А? Новогодние, которые? Да, такие, которые под этот цвет. Вот. И до этого тоже, которые своего цвета, тоже лежат. Короче, у меня все лежит, потому что они реально нормальные. Самое дорогое в наращивании — это волосы. Вот, ну, ты знаешь. Вот. А в детстве у меня были очень длинные волосы, реально ниже колена была коса. Ну, коса была короче, а волосы были ниже колена. И в каком-то классе, наверное, в классе в седьмом, мне приспичило отрезать, потому что я реально задолбалась, потому что, ну, очень тяжело мыть, все тяжело, меня мама, в седьмом классе еще меня мама заплетала, потому что я не могла это осилить. И я маму стала доставать, что, говорю, давайте отрежем. Они долго не соглашались, папа, что такие волосы, я вдруг отрежу, а у меня они реально были очень густые. Они потом у меня уже испортились. А тогда, ну, прям просто. И мы отрезали. И у меня была вот такая огромная длинная коса своих волос, которые мы потом продали, когда, вот знаешь, ездили по городам сборщики волос. И я помню, что что-то там они... Слушай, не помню, сколько стоили, значит, прям купил какую-то одежду на эти деньги. Фига себе. Короче, нормально, короче, я их это... Я тоже мелкая была, у меня было были длинные... Ну, волосы, ну, не настолько длинные, как у тебя, ну, то есть что-то они, знаешь, там... по задницу, там, ниже копчика, что-то, как-то так. И у меня мама была очень легкая на подъем, такая, знаешь, типа, я к ней подошла, причем были какие-то темы, я не помню, то ли из фильмов, то ли к подружке, знаешь, там, типа, нельзя стричь волосы, вот. И я такая как-то похожу, я хочу постричь волосы. Она такая, давай. И мне так херануло, короче, корешку. Я такая счастлива, типа, ну, что, круто, я захотела, мне подстригли. Это самое ужасное мое решение в жизни, потому что потом я не смогла отрастить такие длинные волосы. У меня максимум был своих, наверное, ну, вот так вот, наверное. Вот, потом я стала блондинкой, и все, вся моя длина ушла, и слава богу, что есть наращивание. Ну, нет, я не храню свои волосы. Я уже новые купила, те я выбросила, вот, нет. Только. Девчонки пишут, что в метро украли только что купленные 60 сантиметров волос. Блин, это обидно. Вообще пипец обидно. Очень обидно. Я впервые нарастила волосы, когда? Вот, в сентябре, в начале сентября. Угу. Нарастила, очень боялась, бежала, никогда не наращивала, не знала, как это, вот. Поняла, что это самое лучшее, что может придумать вообще индустрия. Даже ресницы, мне кажется, это не так круто, как это волосы нарастить. Вот. Проходила, поняла, что что-то... Я не знаю, что... Ну, короче, что-то меня не устраивало с волосами. И вот на Новый год мы ездили в Финку кататься на сноубордах, и там у меня начали отходить капсулы. Ну, там две штучки отошло. Вот. Я давай их закручивать, хотела их сохранить. Мне муж такой говорит, да, что-то выброси, новые купишь. Я такая, да, господи, говно вопрос. Сразу выбросила. И все, думаю, что вот надо приехать, короче, покраситься заново, купить новые волосы. Я приехала, сняла, и все, это были самые адские 3 или 4 дня. Думаю, побыстрее бы я опять их нарастила, потому что мои вот эти перья, которые остались,
Я просто не могла на себя смотреть. Мне кажется, я даже в сторис не хотела ничего писать, потому что нужно только-только волосы нарастить. Слушай, короче, у меня был прикол, ты сказала про капсулу, которая у тебя. Это был просто мега-позор. Короче, у меня были нарощенные волосы, и я не знала, что их нельзя... Ну, то есть это было... Короче, не знаю, почему я не знала, что их нельзя нагревать. Их нельзя там плойками, в смысле, сами капсулы. Волосы-то mm-hmm. можно, как бы, да, а капсулу нельзя. Потому что, ну, по крайней мере, у меня наращивали, я не знаю, как это называется, холодное наращивание. Вот, короче, их горячим потом утюжком нагревают и снимают. Клей перестает работать. Вот. И я купила себе, знаете, что это, короче, гофре для объема у корней. Ну, я что-то решила, что мне это очень сильно надо, и я прям жить без этого не могу. И какое-то время я постоянно это делала. И я, видимо, перегрела какие-то вот эти капсулки. И, короче, иду такая по улице, такая, короче, красивая, в центре, иду гуляю с друзьями. Иду, и у меня... Я думаю, блин, что у меня чешется, знаешь, сзади, колено сзади чешется из серии. Короче, я такая поворачиваюсь, а у меня... И просто Невский проспект, как бы люди ходят туда-сюда, сзади люди, и у меня просто прядь волос вот так вот съехала и телепается по ноге. Блин, это просто такой позор. Я такая, знаешь, такая раз-раз-раз быстренько замотала, в карман положила, типа, без палева. Блин, это было очень смешно. О, такая была у меня история с волосами. Забавно. Так, ладно, вы так второго просто так и не выбрали, да? Почему? Ты уже третий выбираешь, мне кажется. Так, подожди, первый вопрос мы выбрали, это тот, кто, там, как ты относишься к ромашке? Зачитай, кто задал этот вопрос. Этот прекрасный вопрос. Так, Салинка 61. Так, Салинка, давайте, выбирайте любой наш вебинар, мой или Ромашкин, и, соответственно, в зависимости от того, чей вебинар вы выберете, то пишите либо мне, либо Ромашке свои данные и название вебинара. Для подключения. Самый глупый вопрос ученика, мы отвечали на этот вопрос. А, это подсказывают, что про самый глупый вопрос от ученика сделать все лучше. Это, наверное, вы задали этот вопрос? Да. Так, блин, где-то был такой вопрос, мне прям очень понравился, я забыла. Какой это был вопрос, сейчас его найду. Так. Самый хороший, самый плохой отзыв был хороший вопрос. Про 1% на телефоне был хороший вопрос. А, про остаться... А, да, про процент на телефоне. Ты его говорил. Да, да, да. Сейчас посмотрю, что еще было, потому что просто я помню, что мне прям что-то понравилось. А вот вдруг простого с лысой, без ресниц, без ногтей, тоже прикольный вопрос. Так. Ну что, какой, смотри, остаться без ресниц или про 1%? Мне кажется, без ресниц. Без волос. Короче, Нестерова Нейл-Арт. Выбирайте вебинар, пишите и смотрите. Тем более, что теперь... Ешьте сыр! Ешьте сыр. В апреле и в мае при прохождении вебинара вы имеете право заказать доставку диплома о дополнительном образовании. Ну и за некоторые вебинары можно свидетельство о профессиональном обучении. Я сама в этих понятиях, блин, уже запуталась 100 000 раз одно и то же. У меня сохранен эфир, я буквально там 3 часа назад провела эфир про эти дипломы и свидетельства, чтобы все разобрались, поэтому если кто-то что-то сейчас не понимает, о чем речь, посмотреть, потому что там очень важная информация, потому что буквально там уже в ближайшие месяцы начнется глобальная, тотальная проверка всех салонов и, в общем, в любом случае, в будущем только мастера, имеющие свидетельство о профессиональном обучении с присвоением разряда, будут спокойненько работать. Только в апреле и мае это можно сделать вот при онлайн. В режиме онлайн.
в режиме онлайн, но только на некоторые вебинары именно свидетельство выдается. Из моих вебинаров это универсальный комби от Тугашевой, и там еще у других преподавателей тоже это по педикюру и по маникюру вебинары. То есть это такие, ну, именно маникюрные вебинары. Педикюрные, да, такие крупные, большие вебинары. Вот. Так что вот такие новости. Ну, пересмотрите мой эфир, я там очень подробно все рассказала. Он сохранен. А сейчас мы, наверное, будем прощаться уже. Что там, 12 час? Мы еще ни с кем так долго не сидели. Я могу продолжить. Завтра также будет эфир в 9 часов вечера. Ну, я вот в сторис расскажу, с кем. Это секрет? Ну, у нас там еще не совсем договорилась договоренность, поэтому... Поэтому вот сейчас мы определимся и расскажу, с кем. Все, всех поздравляю, победителей. Мы... Сколько вам лет? Мне 35. А тебе? А тебе не скажу, да? Что мне? Тебе сколько? Надо вспомнить. Я просто помню, потому что у меня недавно был день рождения, юбилей, и как бы я пока еще при памяти. 28. Ну ты, блин, вообще сучка. Не толстей, 28. Все, блин, понимаешь, давай, иди. Мне 28, поэтому я пока не толстею. Я пользуюсь моментом, потому что скоро наступит тот час, когда я буду толстеть. Я пока пользуюсь по полной. Так, ладно, все, девочки. Спокойной ночи. Саш, спасибо. Всем спасибо большое за вопросы и за ваше внимание в прямом эфире. Все, пока-пока. Пока-пока.